Мне сейчас трудно сказать. Нужно сначала, чтобы у избранного президента Соединенных Штатов была возможность спокойно сформировать всю свою команду. Без этого, наверное, просто так неподготовленные встречи нецелесообразны. А что за вопросы будут? Вопрос нормализации наших отношений. Ведь господин Трамп в ходе избирательной кампании говорил о том, что он считает правильным нормализовать российско-американские связи. И сказал, что хуже уже точно не будет, потому что хуже некуда. Я с ним согласен. Вот вместе подумаем, как сделать так, чтобы было лучше.